Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Unkillied. Так, и что у нас здесь? Хищник, битва окончена, мое место почти 14 тысяч. Нормально, да? Ладно, меня это не колышет, если честно. Мы с вами пойдем сейчас проходить сюжеточку. Так, здесь я ничего не могу улучшить, да мне и не надо, будем копить с вами деньги. Так, новое достижение, ветеран, понятно все, короче. Поехали, у нас 81 миссия из 450. А достается нам данные эпичные, 35 штук. Томагавк. Угу, хорошо. И кунг-фу. Кунг-фу, кстати, очень хорошо тоже, между прочим. Будем пинками их дубасить, если будут к нам подходить. Так, что мы можем взять помощнее? А ничегошеньки. Придется нам брать с вами Элсад. Улучшать мы его не сможем, потому что денег не хватает. Так что вперед, будем сейчас колбасить. Аккуратнее, этот ученый нужен в целости и сохранности. А он там ныкается, гаденыш. Хорошо, зомбари идут. Ё-моё, воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Куда вы, блин, к нему подкрадываетесь, а, гаденыши? Так, давай расколбас здесь полный устроим. Обожаю вот эти вот миссии, когда сидишь за пулеметом и бомбишь этих никчемных сосунков. Ай, перезарядка. Так, сколько нам? Нужно 45 зомбарей убить. В принципе, это все легко и просто, потому что 20 конечностей я уже им оторвал. Куда ты там бежишь? А, ты должен... А что ты так потихоньку-то? Бежал бы уж сразу. Нет, надо ему там притормозить и спрятаться за этими ящиками. Хламонище. Я надеюсь, здесь не пойдет никакой босс. А даже если и пойдет... Тихо ты! Ёлки-палки. Чуть-чуть бы сейчас бы начали бомбить моего профессора, блин. А, это доктор у нас, да. Доктор Прион. Ну что ты там шкеришься, а? Так, выползают из подвала охламоны. Опа, пробежал? Малорик, вот так бы и давно. Он бы мог, в принципе, и сразу бежать. Я бы его прикрыл бы. И ничего бы ему не было бы. Так, ну что, продолжаем, ребята, дальше. 3 звезды. 3, ну вот. Вот это хорошо. Так, здесь мы не будем ничего смотреть, пропускаем с вами. Так, чертежи у нас найдены были. КПК у меня и готов к загрузке данных, Скай. Новые приказы, штаб не хочет светить его в сети. Серьезно? Да кто вообще дает такие приказы? Командиры 90-х годов? Завязывай, где может приземлиться вертушка? На жопе у меня, отправляю ее к складу, здесь много места. На жопе. Она уже в пути, аккуратнее, вы наверняка привлечете много внимания. Так, что, получается, мы должны дождаться вертушки и получаем мы с вами 500 опыта. А у меня ранг 12. Скоро будет 13 по ходу дела. 35-я миссия. Новое оружие завершено, ого, Сайга 12. Круто. Но брать я, наверное, ее не буду, потому что она слабенькая, стопудово вам говорю. Эх, когда же я буду открывать карточки за достижения, а? Не понял, переключиться. Оружие не взято. Дали мне какую-то сайгу и Элсад пулемет. А зачем мне сайга, в принципе, да? У меня вон есть ТРРР-8 Tactical. Вот я его и возьму. Хотя тут, видите, ребята, задание-то убить 15 зомби, используя оружие средней дальности. А это что у нас средняя дальность? Автоматы? Или пистолеты? Ну, в любом случае, ребят, ну сайга, она то же самое мне давала, да? Убить 15 зомби тоже было красным отмечено. Автомат, который Калашников у меня был, тоже почему-то не котировался. Блин. Мне нужны деньги, хочется как бы выполнить, ребята, это задание-то, а? А как? Ума не приложу. Да по большому счету, какая разница? Если что, мы потом сможем переиграть эту миссию на 3 звезды, да? А пока пойдем так, как оно есть. Пора доставить доктора Приона в зону эвакуации. Ага. Пошли, докторишка. Блин, и идет так, как штаны наложил, не чтобы бежать. Как специально, он меня подставляет, ребят, я вам сразу говорю, он подставляет меня.
под этих зомбарей. Спрятался он там за машину. Оу, сколько вас здесь, ребята. Будем надеяться, что сзади никто не попрет. Тут бочка есть. Если что, можно ее взорвать. Доктор, давай помогай мне. Возьми в руки пистолет или палку и дубась их налево и направо. Так, последний что ли идет? Ну, вот, тронулся наконец-то с места. И эти тоже тронулись. У Мишкам, правда. Так, минус чайник. Опять он там сел, а? За эти коробки. Да что ж ты будешь делать-то с ним? О, выпало. Чертеж. Так, хорошо. Да-да-да, добро пожаловать в ад, это точно. Я им устрою здесь Вальпургиеву ночь. Так, вот эта вот комнатка мне не нравится. Только не надо сейчас открывать все ворота, и чтобы зомбари тут перли со всех щелей. А я уже... Так. Чего бы то ни стоило, Рэй Прион не должен пострадать. Ага, подстава очередная. Защитить доктора, блин. Тихо, ох ты. Как я ему, а? Это называется кунг-фу, панда, ё-моё. Пошел отсюда. Ну, где, где? 12 секунд, 11, 10. Ух, продержимся, ребят. Прут только спереди они. Ну, давай, охламон, подходи. Главное, что у этого ствола очень быстрая перезарядка. Это мне нравится. Пора убираться. Доставь Приона в зону эвакуации. Да это ж была начальная моя миссия, ё-моё. А, вот ты где. Ну что, чудик, шикарно. Фух. Так мы же его не сопроводили. Мы еще только сопровождаем. Значит, видимо, в следующей миссии уже его заберут на вертушке. Скорее всего, так оно должно быть. Да, ребята, одну звезду не получили, так как я не убил 15 зомби, используя оружие средней дальности. Ну и фиг с ним. Так, а вот это вот хорошая карточка, ребята. Это у нас боеприпасы там, по-моему, да? А, бесконечные патроны. То есть мы будем стрелять без перезарядки. Опачки. Снайперская винтовка. Мы будем сейчас, скорее всего, прикрывать кого-то. Убить 6 зомби взрывчаткой. Ху-ху, а где же я возьму взрывчатку-то? Эй, дорогие мои, они идут, Рэй. Убей их быстро и мучительно. Как-то быстро и мучительно... не складываются в одну ниточку. Я их могу убить либо быстро, либо мучительно. Вот. Эй, куда прешь? Так, ребят, здесь две бочки стоит. Опа, можно, в принципе, в одну бомбануть. И это, наверное, будет как будто взрывчатка. Эх ты. Тихо, 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 тихо. Хорошо, что я могу пулей это и управлять. Вот это мне нравится. Оп. Так, замечательно. Эти прям в чайничек. Замечательно, шикарно. Бум, еще минус башка. Давай, давай, давай. Эй, не долетело. Куда ж ты? Ну, да ё-моё, что с наведением-то, эй. Так, давайте вот этих сразу. Опа, троих. Одним выстрелом, блин. Так, подождите, ребят, по-моему, там... По-моему, там... Да-да-да-да, вот он. Ты что делаешь, а? Беззащитного моего доктора бьет. Он палкой своей, а? Гнилой, блин. Этот... Да что такое, ребят, что... Почему управление у меня подклинивает? Я не понимаю, а? Чё за дела? На-ка! Есть. Ты опоздал, пропустил все веселье. Давай, примани еще кого-нибудь, посоревнуемся. Посоревнуемся. Ой, это мой был. Хорошо, давай посоревнуемся, если так хочешь. На! Круче меня все равно здесь нету. Бом! Вот так вот, одной пулей троих четверых сношу. Ну, хотя бы уже не один, да, я вижу. Смотрите, ребята, у него противогаз есть. Хитрый какой доктор, а? На всякий случай обезопасил себя. Возможно, за счет него он и остался человеком. Потому что газы его не отравили. Ух, денежек хорошо получили, нормуль. Так, у меня почти 6500. Карточка, что там у нас? Опыт 500, ну давай, давай 13 ранг мне. Ну, эй, чуть-чуть не хватило, да? Так, рейнджер может быть улучшен. Для этого мне нужно очко, 1 балл. Блин, за баллы, ребята, чтобы получить, мне приходится тратить баксы. Хреново. Я могу вот это изучить, да? Или же вот это? Ладно, ребята, была не была. А какого фига он не этот? А, все, понял. Вначале нужно верхнее, потом он только будет ниже. Понятно, ладно. Нянька для врача.
По моему опыту, у ученых все легко с идеями и чем-то умным, а вот с людьми все сложнее, но я же очаровашка. Если этот парень будет водить нас за нос, я покажу, какой очаровательной может быть пуля в колени. Вот это правильно, вот это разговор. А мне кажется, он что-то здесь юлит, он ходит, ходит, тоску на меня наводит. Так, что тут? А, ну да, надо переключаться, ребят, потому что убить 20 зомби, используя холодное оружие. Конечно же, будем с вами размахивать томагавком и... Извини, они не могут к вам попасть. Время для плана Б. Так, а разве уже не план Б? Прекращай, только мне можно быть занозой в заднице. Иди отдыхай, я покараулю. На рассвете мы найдем путь к спасению. Я взремну, не зная, правда, смогу ли я после всего этого. Уснули. Быстренько он. Еще бы. Захватил успокоительного из аптечки. Господи, храни медицину. Так, значит, меня усыпили, да? Чтобы я отдохнул маленько. Эй, вы, Сони, протрите глаза, мертвецы наступают. Понятно. Так, ребят, пора переключаться. Поехали. Так, мне нужно... Ух ты, 20 зомбарей уничтожить, да? Причем это все нужно сделать за минуточку. Во-во-во, вот так вот. Опа, опа, хорошо-то как идет. На. Ага, окружает меня. Ну, слава богу, ребята меня там прикрывают. Подожди, это что, босс что ли? Ну-ка. Ого, точно, с миной. Так, тут шутки уже плохи, ребята. Тут пора... Да что-то с наведением-то, ё-моё. Во-во-во-во-во-во-во-во. Бум. Ха-ха. Нормулька. Продолжаем месиво. Ты смотри-ка, а. Они меня бьют потихонечку. Или, по крайней мере, пытаются. Да иди ты отсюда, этот перелазит он еще мне, а. Чудило. На. Куда ты пришел? Я здесь сам справлюсь, ё-моё. Мешается только тут, а. Так, ребят, я выполнил? Нет, еще не выполнил. Все, готово. Так, наверное, можно уже и на пистолетик свой родной переключиться. Потому что... А, у нас все и так отлично. Как раз тютелька в тютельку я успел завалить всех. Ну, сделать все эти анчивки. Точнее, все эти задания. Так, 3 звезды, да. Еще почти 800, да? Да, 791 бакса заработали. И 13 ранг. И 50 золотых. Отлично. Двигаемся далее. Так, тут у нас что? Ага, еще 25 золотых. И 38-я миссия на кону. Давайте потихонечку приступать. И убить 35 зомби за 2,5 минуты, грубо говоря. Останемся и считайте, мы фаршированное мясо для них. Нужно снова раздобыть тачку. Угу, тачку, значит, тебе нужно. По пути сюда я приметил машину с пулеметом. Глава отряда говорит. Скорее всего, у них просто кончился бензин. Вот ее и бросили. Док, спрячьтесь где-нибудь здесь и давайте без мультиков. Всегда хотел быть как Безумный Макс. Надеюсь, в Вальхаллу мы сегодня не отправимся. А что ты боишься Вальхаллу-то? Там нормуль, там все пучком. Рэй, достань как можно больше топлива. Это будет та еще поездочка. Да? Неужели мы здесь будем еще кататься на машине? Да ладно, тихо-тихо-тихо-тихо, босс, где-то босс. А где же он? Я не вижу, ребят, его. Нет, только не шериф. Точно он, блин. Да что такое, тут зомби еще мешается. О, все, он упал. Быстренько мы его. А вот и горючка. Легче легкого, ребята. Пошел я, наверное, иди отсюда. Пошел я заправлять машину. Да и будем сваливать отсюда, а? На, гаденыш, выкуси. Получил моим тапком по морде. Так, погоди, я, по-моему, не туда пошел, малька. О, ДНК выпало. Рукопашник. Я смотрю, им нравится получать ботинком в рожу-то. Блин, ребят, да что ж с наведением-то, а? Я не понимаю, что за фигня? Почему? Или мышка у меня глючит, или еще что-то в этом роде. Ах ты, ты посмотри, нужно две горючки найти. Так, ладно, одну мы поставили. Где следующая у нас? Куда ты ползешь? Жарабас.
Не врублюсь. Так, 52 метра до горючки. Надо ее подобрать обязательно. Ага, нам надо наверх куда-то подниматься. Ладно, сгоняем сюда. Пошла отсюда. Иди отсюда тоже. Ага, вот и горючка. Прям смотрит на меня и говорит: Рэйчик, забери меня отсюда, подальше от этих зомбарей. Не волнуйся. Ё-моё, уже вообще брякнулся, разговариваю с канистрами. Так, давай, бежим. У нас задание все выполнено, да? Как раз 49 секунд, и я успеваю. Удивительно. Естественно, удивительно. Успеть среди зомбарей вот так пробегать за канистрой туда, за канистрой обратно. Это похлеще, чем в сериале «Ходячих» будет, ё-моё. Ну что, мы с вами должны что-то получить вкусненькое и хорошенькое за такое спецзадание, да ведь? Ага, золотишко, это хорошо, баксы тоже нормуль. И, оу, ребят, смотрите, что нас тут ждет. Сундук спецзадания, эпичное. Ну, где сундук? Новое оружие завершено. Акс 308, нифига снайперка. Ага, вот и сундучок. Ну давай, посмотрим, что у тебя там внутри. Так, АК-47, Драгунов и набор оружия. Ладно, сгодится. 39-я миссия. Так, у нас тут пулемет. Это означает, что мы будем сейчас с пулемета гасить кого-то, так ведь? По-моему, да, ребят. Так, убить 40 зомби, уничтожить 6 объектов. Ха, 6 объектов. Это бочки, что ли, или что? У тебя на хвосте ходоки, там впереди склад. Заберись в него и затихни. Что-то он меня как-то стреляет хреновенько. Что за фигня-то, не могу понять. Какими-то коротенькими очередями. Добраться до старого склада. О, ребят, у меня же этот, елки-палки, миниган. А теперь пора сделать бум. Давайте зачистим зону, ребята. Я думаю, что за фигня? Конечно же, нужно стрелять без остановки. Вот так вот. Ух, дадим жару. Вот я им сейчас, ребята, реальный ад устраиваю. Оу, здорово. Упал. Вот это круть. Надеюсь, без перезарядки будем херачить. Йоу, вот это веселуха. Вот это мне нравится. Блин, перезарядка. Но все равно надолго хватает боеприпасов-то. Так. Слушайте, а объекты. Блин, я 3 объекта уничтожил. Ну же, спиди, гонщик, нечего медлить. Кто медлит-то, ё-моё? Что ты жрёшь там, а? Вот смотри, пристроились тут поедатели бисквитов, блин. Еще одна панель. Так, я вижу бочку, это хорошо. Блин, сколько... А, надо расстрелять. Блин, 5 объектов уничтожено. А где же 6-й, может, бочка, а? Есть, да. Я уложился тютелька в тютельку, ребята. 6 объектов уничтожил. Ух, вот такая миссия по мне была, а? Едешь, стреляешь, тем более из минигана там. Красота. Любые боссы просто в шелуху превращаются. Блин, вот это круть. Сколько я уже миссий прошел на 3 звезды. Замечательно. Так, получаем опыт у нас здесь будет, да? Да, именно он. Сколько? 500. Сгодится. Переходим на 40-ю миссию. Тут еще, блин, тут еще дофига, ребята, нам проходить. Дофигища просто. За минуту 40 нужно выполнить задание. Только не говорите, что я должен тут соснайпить. Нет, нормально. За вами пришел мрачный жнец. Открывайте двери к этому складу. Где же... Вот это что ли жнец? Это не жнец, ребята, это сосунок. Так, тихо. Не надо тут выделываться. Потише, я сегодня не в духе. Хотя я прекрасно спал и чувствую себя замечательно. Поэтому буду аккуратненько все это делать. Так, давай. Не, ребята, что-то у меня с мышечкой не то. Видите? Хреновенько как-то... Ого! Откуда они сзади-то там были? Дай сюда мне. Так, еще бочка. Я вижу еще бочку, ребята. Ну-ка. Огнетушитель не достает. Воу! Класс.
Куда ползешь? Ну куда, вот куда ты ползешь, а? Получил, блин, валенком в рыло. На. Черт, ты-то какого лешего тут лезешь еще ко мне сзади из-под тишка, а? 3 секунды, ребят. А, 3 зомбаря. 3 секунды. Да, впечатляюще. Естественно, впечатляюще. Вот это я им дал сейчас шороху, а? Даже этот минер не помог им, который вылез почему-то в самом начале игры. Обычно они под конец вылазят, а тут... Слушайте, мне такое ощущение, что скоро мы будем драться с одними боссами. Просто зомбарей уже не будет. Продолжить. Естественно. Так, что у нас тут? Второй шанс, по-моему, да, называется этот? Да, второй шанс. То есть мы с вами воскрешаемся, если нас убили. С полным здоровьем. О, еще задание. Блин. Хорошо, давайте бал мы этот потратим. Так, погоди, погоди, погоди. Ага, вот сюда. Так, а теперь я уже могу, наверное, ребята, и вот это выучить, да? Ну-ка. Попробуем. Да, отлично, сработано. Теперь мы будем все забирать. Через склад. В кино многие перестрелки происходят на складах. Все они выглядят круто, ну а что в реальности? Получать отлетающими кусками ящиков очень больно. Так еще склад затягивается туманом от выстрелов. Ну, ты прям какую-то эпическую историю мне рассказал, ё-моё. Что у нас тут, есть что-нибудь, а? Нету, ребята, ни шиша, жаль. А хотелось бы. Ух, 41-я миссия. Угу. Убить 17 зомби. В принципе, у нас все есть. Кстати, пистолеты, ребят, получается, что это малая дистанция, оказывается. Будем знать. Вытащи Приона оттуда. Оттуда, откуда, оттуда. Ага, пошел, пошел. Опять прикрывать его, ё-моё. Смотрите-ка, зомбари-то тут... Эй, погоди, погоди, родной, куда ты бежишь-то? Блин, здоровье выжившего должно быть полным. То есть они не должны ему нанести урона, даже минимального. Щекотливая задачка, ребята. Но думаю, что она выполнимая. Так, тут у нас, если что, огнетушитель лежит. Что заскрипело? Ах, вот оно что. Ты открыл мне дверь. Куда ты опять шкериться пошел, а? Ну... Господи, как же тут несет? Нет, нет. Самый бесявый босс — это вот именно шериф. Да что такое-то? Ё-моё, ты посмотри. Ух, как он мне пригрел. Ух, так, ребята, вытаскиваем док отсюда. А то он к своему чаепитию не успеет. Да я плевать хотел на его чаепитие. Тут такой замес творится. Чё ты сидишь-то здесь, эй? Не понял. Ага, понятно, выжидал время, чтобы вот зомбари пошли, а? Ну, хитрожопый, а? Ладно, будем разбираться. Так, ДНК — это вот хорошо. ДНК-то мне нужны обязательно, ребята. Они на вес золота здесь. Зомбари нам нужны будут для атаки вражеских баз. А чтобы у меня были всякие виды зомбарей, мне нужны вот эти вот ДНК. Прикольная, ребята, бомбочка, мне понравилась. Точнее, гранатка. Вот так она действует, да, значит. Так, ну что, профессор, ты будешь опять тут у нас какие-то... да, видимо, двери открывать. Я думал, шкериться, нет. Ух, все, малорик. Так, выполнили мы задание. Как, отлично, по-моему, 3 звезды у нас должны быть в кармане, ребята. У меня даже ляха горит по этой звезде. Ну-ка, посмотрим. Давай, 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 давай. 1, 2, 3, есть. Скоро, кстати, 14-й ранг у нас будет. Это тоже есть хорошо. И карточка у нас синяя, редкая. Это у нас золотишко 25. 42-я миссия. Да, ребята, вот здесь вот, скорее всего, уже будет у нас оторвить 11 конечностей. Да. Это будет у нас снайперская винтовка. АКС-308. Заодно и проверим ее. Так, мы добрались. Проблема в том, что она заперта. Думай, Рэй, нельзя рисковать Прионом. Идеи есть? Прости, дорогуша, но я справлюсь с этим. Не зря же меня в универе прозвали ловкими пальчиками. Посмотрим. Сместим сюда. Теперь под этим углом. Что он там делает? А можно не проговаривать? Просто сделайте это. Вот именно. Ух. Так, ну что, ребят, мы должны этого сосунка сейчас прикрывать, как говорится, ловкие пальчики. Закрывайте дверь, док. Я пришлю вам селфи. А я пришлю тебе оторванные ноги. Вот так вот. Двоих. Есть. Оу!
Так, ребят, что-то тут слишком большой наплыв. Слушайте, по-моему, у этой винтовки как-то хреновенько с перезарядкой. Больно медленная, хотя мощная. Ну-ну-ну-ну-ну, есть. Так. Слушай, ты там прикрывай хоро... Ё-моё, промах, ребята, промах. Давай стрель... Фак, смотри. Потеряем дога, и все будет впустую. Не помогаешь, Скай, уверен, он сейчас задыхается. Спасибо. Ой, все. Вот тебе и ой, все, ребята. Все-таки нашего чувачка задели. Оу, смотри, смотри, они его долбят. Черт, у доктора половина хп осталось. 18 секунд еще нужно продержаться. Да, жаль, 3 звезды нам уже не светит, ребятушки. Не светит. Да почему я сношу с одного выстрела, этот охламон там стреляет еле-еле, как ватник какой-то. Бесит меня он. Помощь тоже дали, и дурачка какого-то, блин, в подмогу. Не могу прямо, а. Смотри, как я, вот, просто расхерачу их всех. Одной пули... Ой, мимо. Одной пули троих. Да что... Да, похвастался, называется. Ладно, хоть так, ребят. Главное, что вообще он не помер. А он такой довольный, с улыбочкой, блин, ловкие пальчики. В универе его звали, блин. Ай. Наверное, получал там люлей от студентов. Будь здоров. Ботаником был, наверное, еще тем. Ух, ну что, 14 ранг нам светит или нет? Но нифига нам не светит. Зато нам дают 25 золотых. И 43-я миссия. Ух, новое оружие завершено. М16. Хе, М16, это у нас автомат. Так, ну что, ребята, отправимся с вами на 43-ю миссию. Убить 60 зомби, выполнить 15 бойн. Это мне, я думаю, по плечу. Так что давайте. А это наверняка сейчас будет... Да, шевелитесь, мы их подавили. Так, это мы уже внутри, как раз где этот прион открывал двери. Опять я на какой-то машине, по ходу дела, еду, да? Так, всех валим. Ну чё ж ты, ловкие пальчики, не помогаешь нам, а? Блин, вот перезарядка это плохо, ребят, потому что их тут много. И не дай бог она у меня в ненужный момент начнется. Будет нам жарко тогда. Не понял, а где пальчики-то ловкие? Где он там отстал? Ладно, фиг с ним. Главное, чтобы сзади не пошли. Так. Воу-воу-воу-воу-воу, я не понял, а эти-то откуда здесь? А, хотя он прикрывает, нормуль. Давайте поможем. Блин, вот о чем я вам говорил. Перезарядка-то не вовремя. Ах, мне нужно защищать солдата уже, блин. Я-то думал, что мы приона этого защищаем, но не тут-то было. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Есть. Все? Нет, не все. Так, вот бочка, это хорошо, это нам поможет. Так, что уже с этой стороны прут? ДНК. Бегун. Хорошо. Давай бумкнем. Пускай поближе. Вот так вот. Шикарно. Главное, что взрывы моего не коцают. Это большой плюс. Так, успеем мы сделать с вами 15 бойн? По-моему, нифига не успеем. Но 60 этих зомбарей я завалил. Эй, радостный такой. Блин. Опять у нас, наверное, одна звезда или две. Две будет звезды. Потому что третье задание мы не выполнили. А его и нереально было сделать, по-моему. Потому что там не было бочек столько. Поэтому бойни у меня не вышли. Да, кисленько. Ну что ж, дорогие мои друзья, 14 ранг? Да. Великолепненько. Так, тут у нас что? Опыт 500. Хорошо. Мы с вами перебрались на 44-ю миссию. Опять какие-то ящики у нас здесь. Зона 4 уже скоро. Но проходить мы ее будем уже в следующей, ребятушки, серии. Я надеюсь, вы со мной согласны, да? Игрушка прикольная, забористая. Так что серия выйдет, наверное, уже очень скоро. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока. Удачи.